Вот такие у нас апартаменты в Голд-Косте. Смотрите, это dining room, совмещенная с family room. Такая приятная прихожая комната. Вот здесь комната для детей. То есть здесь полностью семейный такой номер для семьи. Картина, столик. Все так симпатично. Приятная такая. Я вам покажу еще панораму днем. А вот это комната, bedroom для уже родителей, как бы. Так, здесь тоже туалет. Туалет и ванная. Привет, друзья! Прибыли поздно, поэтому выгляжу кое-как. Так, пошли дальше обследовать. Всем доброе утро! Вот так выглядят наши апартаменты уже днем. Вы видите, здесь все предусмотрено для того, чтобы проживала семья, именно как бы самостоятельно себя обслуживая. Здесь все. Сейчас покажу вам, что в кухне. Вот он, Голд-Кост. Зачем австралийцам картины, когда делают вот такие великолепные фотографии в виде картин? Смотрите, какие-то черные яблочки. Во всем существует дизайн. Видите, какой коврик, такая же картина в том же духе. Но самое прекрасное — это то, что из окна виден океан. Океан в Голд-Косте Pacific Ocean, Тихий океан. И вы видите его. Какая красота! Боже, какое удовольствие утром посидеть, позавтракать. Вот здесь можно позавтракать и полюбоваться видами океана. Показать вам панораму, которая открывается из окна одной из комнат нашего номера. Смотрите. Конечно, вид замечательный. Выглядит как центр мегаполиса. Здание какое интересное, обратите внимание справа. Как сделано красиво. Ну и напротив него тоже очень необычное. Вот так, друзья мои, Голд-Кост. Он справа, океан виден уже. Все время поражаюсь здесь, в Австралии, стараюсь разобраться, натуральный ли цветок или искусственный. Вы знаете, так хорошо все сделано, настолько натурально сделаны вот эти пластиковые изделия. В данном случае я тоже подошла и просто вот так попробовала, натуральный ли это цветок или это искусственный. Очень выглядит натурально, замечательно. Вот такая замечательная комната, апартаменты. Сейчас посмотрим с вами, что чего здесь находится. Что находится? Так, пустота. Что здесь? Вот все принадлежности для приготовления пищи. И сковородка, и кастрюлька. И даже можно выпекать вот эти формочки стеклянные. В общем, все предусмотрено для приготовления пищи. Холодильник, конечно же. Два туалета с душем. В первом туалете там душ, где спальня. А здесь, видите, ванная. Ну, тоже душ наверху так. Так, здесь тостер, электрочайник, о, и даже полотенчик.
Все по-домашнему. Здесь плита, электроплита. Ну и мойка. Да, и посудомоечная машина. В общем, все хорошо. Так, здесь у нас стаканчики, рюмочки. Здесь у нас ложечки, вилочки, ножи. Здесь уже для приготовления пищи лопаточки различные. Различные такие кастрюльки. Здесь у нас вытяжка. Интересно. Так, а здесь тарелки. Кружечки. В общем, все прилично, все хорошо. Хорошо, все, замечательно. Мне очень нравится этот номер. Стоимость такого номера $148 в сутки. А вот и наш балкончик. Знаете, когда мы прибыли вчера вечером, уже было темно, и мы не знали, будет ли виден с нашего окна океан. Хотелось бы мне, но было неизвестно. И когда ночью уже я проснулась, я слышала шум прибоя. Я поняла, что океан где-то рядом. И вот он, красавец. Замечательно. Голд-Кост, конечно, отличается от Перта. Я потом вам расскажу, еще немножко обследую его. Вид открывается у нас. Здесь территория гостиницы. Здесь и бассейн. Можно пойти искупаться. Но все-таки мне хочется в первую очередь пойти посмотреть океан. Если это будет возможно, искупаться в Тихом океане.